Это так, я не понимаю, как это работает, и из-за этого я только себе руиню. Все, поехал, блядь. Все. Домой, долбоёб, блядь, домой, сука. Сейчас будет. Вообще, самая интересная часть начнется. I realize you were just like me, trying to make history, but who's to judge the right from wrong? Where our guard is down, I think we'll both agree that violence breeds violence, but in the end it has to be this way. Мне кажется, я на Very Hard'е наносил меньше урона. Отсылка к Джо-Джо. Мне волосы в глаза лезут. Сейчас один важный момент будет, а потом все, пизда. I've got my own path, you followed your wrath, but maybe we're all the same. The world has turned, so many have burned, but nobody is to blame. It's staring across the barren wasted land, and all the life will be born beneath the bloodstained sand. Сорвало голос. Beneath the bloodstained sand. Standing here, I realize you were just like me, trying to make history. But who's to judge the right from wrong? When our guard is down, I think we'll both agree that violence breeds violence, but in the end it has to be this way. Это часть контента, видишь, у нас здесь очень сложный бой. Чтоб тебе не так скучно было, я делаю так. Ой, блядь, все, он застрял. Давай 1000 набьем или не набьем? Скрытые проценты называется. Видишь, у него 0,1% осталось, но он никак не умирает. Это называется скрытые проценты. Давай, 800 тогда. Мне надо просто... Ну, вообще здесь надо дождаться, чтобы он сделал все, что угодно. Какую-то атаку проявил. Но я хочу добить 1000 китов, если получится. Я думаю, не получится, потому что я не успел. Удивленная рожа. Так, ну 900 однозначно будет, а вот 1000 не знаю.
Блин, чего у него рожа такая недовольная? Ну хотя, если бы по мне делали 1000 ударов мечом, несмотря на то, что у меня есть наномашины, Саня, я бы все равно, ну я бы тоже точно так же расстроился бы. Он уже третий раз петь начинает. Третий раз я уже не буду петь. Все. Сейчас я контрю одну атаку, и после этого он еще раз меня атакует, последний раз, и я убиваю его. Самое смешное будет здесь урон получить. Без парика на бесконечный урон здесь, бесконечно эту хуйню здесь сложно будет пройти. Бесконечную энергию. Привет! Да, именно столько. Я хотел косарь набить, я... Ну, там уже не было смысла, там где-то 500 было. Но я все равно хотел. Он сейчас будет атаковать последний раз. Ну, именно вот эту атаку, которую надо убить. Все, убить его надо. Beneath the bloodstained sand. The bloodstained sand. Beneath the bloodstained sand. Интересно, вот что было бы, если бы я на каком-то из этих этапов проебался? Playtime's over! Засмакусили. Самое смешное, что я 40 минут бегал от него на прошлом этапе. 40 минут, блядь, я от него бегал. А на этом этапе я его, по-моему, с 5-го рестарта, что ли, прошел. We're done here! Ой, бля, это Politics of Silencing Falls. Спасибо, друг.